Когда была встреча с Евгением Долматовым, да, в этом Москве, и после этого такие открытия были в нашей как бы реальности. Прям вот ехали мы обратно. Я не знаю, как у Любы, как у Алены. У нас у тебя был, нет? Было. И у Алены было. Короче, чувствовалось даже единство чувствовалось, во-первых. Ну, прям это чувствовалось, вот. И то, что все-таки мы съездили и в Москву, и ну, опыт прожили, новый опыт мы прожили, и теперь моя душа выбирает, что поближе. И выходит среди домата приезжать в Ижевск. Представляете, ребят, в Ижевск Мы приезжает. были в Турции, потом в Москве, потом в Ижевске. Вот, я же говорю, у меня сознание пришло. Так что, если у кого-то желание есть, хотя бы увидеть одним глазом его, посмотреть на Сергея Долматова, ну, не как на гуру, и не как на учителя какого-то, допустим, или какого-то, допустим, непонятного, которого вот так надо вот так поклоняться. Нет, просто как к сотоварищу, как интересной игре, как сотворчеству. И приехать, посмотреть, обняться с ним сердце к сердцу. Вот самое главное мое желание сейчас. Мне на самом деле любовь к Сергею Долматову, благодарность, что все равно благодарность огромнейшая, что мы с ним рядом, мы в его команде, мы с ним вместе. И что, не отрываясь даже от нашей жизни, да, вот от наших, как мы живем, да, я всегда его чувствую рядом с собой. Вот. Вот такая моя вера. Верю я слишком сильно. Любовь сильная. Так что, кто хочет приехать, наши Заинские, наши Нижнекамские, Челнинские, ребята. Если у кого-то есть желание, у нас в машине есть место. 3 места. Так что, кто хочет, с нами можете поехать Сергею Долматову на встречу.